Мир тебе, брат, слышишь меня? Чего-то я тебя не слышу. О, сейчас должен слышать. Сейчас слышу, да. О, ну как ты, красава? Да слава Христу, все нормально у меня. По веки веков, это точно. А я тут приехал к пацанам на тренировку, то... Сам не катаюсь, а вот приехал посмотреть, как говорится, как беса гоняют, знаешь. Так что такие пироги. Ну как ты сам, Сергей, расскажи, как сам? Да слава Богу, веду занятия по скайпу с Игнатием Тихоновичем. Сейчас в чат рулетки мы благовествуем, есть такая программа, может быть, видел. Смотрю, я же слежу за всем делом. Ты что, Сергей, у меня ни один ролик не проскакивает мимо, ну ты чё? Тем более я сейчас пошел. Я сейчас пошел еще таксист, значит, и, ну, соответственно, и благовествую людям по типу, значит, насколько сил есть, кто насколько сможет принять. И кому Евангелие дам, кому там брошюру про курение, третье, пятое, ну, насколько возможность, как говорится. Вот, то у меня много времени и свободного есть между заказами. Я постоянно ролики просматриваю, как говорится, ну, я в курсе всех движников, которые там у вас идут. И ты там, в последнем что-то там, подожди, где-то я смотрел, подзарубился с этим, Игнатий говорил, подзарубился с, как же его, Ник Склеренко, не Склеренко, бритый такой. Ты назвал его там бритым кем-то там таким-то, он там тебя кем-то там... Роман Гусейнов. А, Гусейнов, точно. Да. Блудодейный еретик. Он склонял меня к братобритию и в этом не покаялся. А он меня что-то там кем только и псом не называл. И, ну, в общем, понесло парня. Сергей, послушай, он тебя склонял к братобритию? Да. Ужас, Господи помилуй. Ничего себе. Вот это его кидануло. Вот, он побрился сам. Вот, я когда стал его обличать, ну, я смотрю на аватарки-то, он бритый. Если ты, если ты в этом покаялся, ну, ты сразу смени аватарку, все это как бы сожги, выброси, наплюй на это, как я сделал в свое время. Нет, ну, заносит его, как бы, молиться о нем надо. Очень одержим парень бесами. Я его выбросил из чата рулетки, то есть он, видать, обиделся, говорит, это я тебя искушал, обозвал меня, по-моему, я облил. Ну, а я что-то... Есть такое, есть, я как бы не мог... в чат добавил всех врагов Игнатия Тихоновича, всех в чат добавил, их там хорошо один программист всех поудалял. Все, кто Игнатия Тихоновича поносили, всех он взял, добавил. Зачем он это сделал, непонятно. Серега, я чего звонил вообще? Я хотел у тебя поинтересоваться, по какому вопросу. Значит, тут одна, ну, одна девчонка, значит, начала немножко к вере примыкать, значит, и, ну, начал там и заниматься, читать, и то-то, то-то. Ну, Господь ее немножко так направляет в истинный путь. И она начала молиться о своих заблудших друзьях, которые там, ну, грубо скажем, чародеи, поклоняются вот эти, как они называются, йоги и 3-5-10, что такое вот. Да? И она задала вопрос батюшке-священнику. И батюшка-священник ей сказал: «Алла, ты зря начала за них молиться», по типу, «Я так думаю», священник говорит, «Я так думаю, что Бог от тебя требует другого». Я подумал, это что за безумие вообще? Я не имею, ну, грубо скажем, я не имею права молиться о заблудших людях, которые я воочию вижу, что они не на правильном пути находятся. И я такой: «О, не, извините, я не буду за них молиться. Это пускай по типу кто-то другой молится». Ну, это вообще какое-то лицемерие, предательство. Ну вот я из уст Игнатия Тихоновича слышал, что Богу не угодно молитва о здравии грешника. Грешнику нужно не здравие, а наоборот,
болезнь, через которую он покается, как это со мной случилось, ты это знаешь историю. Да, так. Вот да, эта молитва, да, она неугодна, то есть мы видим, что у грешника, мы его о здоровье, об обращении мы обязаны молиться, этим самым проявляем христианскую любовь, совершенно верно. Так что здесь батюшка дурит, аминь. Не прав, аминь, так я с тобой солидарен в этом. Аминь. Как так Богу неугодно? Богу, Бог не желает смерти грешника. Да. Чтобы он не погиб, ты должен его обличить. А если ты его промолчал, не обличил, увидел, что он на красный свет идет и не остановил, Бог говорит, я с тебя спрошу. Так и есть. Кровь его я сейчас ищу, да, это все я знаю, Сергей, все правильно. Я просто лишний раз еще думаю, ну, хорошо, послушаю еще мнение, ну, ты там, как говорится, к Игнатию Тихоновичу то поближе, и как бы, но думаю, что, мне поинтересоваться, думаю, Игнатию не буду уже звонить, там по таким мелочам, думаю, наберу, там, сначала Володю набрал, Володя не поднял, и потом тебе набрал, смотрю, что ты в сети, но, возможно, там где-то, ну, был, у тебя ж не телефон, это же у тебя стационар. Да, у меня и то, я могу быть в сети, а телефон подключен, а сам дрессировкой заниматься, поэтому так, я его в машине оставляю, сам не выключаю, что не в сети. Христос учил молитесь за врагов, обижающих вас, гонящих вас. Вот. Да. Да тем более, друзей знакомых молиться надо, если за врагов заповедано молиться. Это как вообще так понимать? Вот представляешь, как вводят заблуждение священники, Сергей? Ну, если сами не рожденные свыше, не крещенные, не... Это для них просто бизнес, работа. Они ходят в церковь как на работу, и поэтому как могут, так и работают. Какая ему выгода от того, что он сказал не молиться? Лучше, допустим, вечером, чтобы мы могли переговорить вечерком. А то сейчас у меня совсем неподходящее время. Да звони. Если я свободен, всегда рад буду с тобой пообщаться. Да. Слава Христу. Аллилуйя. Послушай, давай я, не знаю, там, ну к вечеру я наберу, а ты уже там посмотри, если силы будут тебе, то мы пообщаемся немножко. Давай, красавчиком, молодцом, держись. Давай, с Богом. До встречи.